Сейчас давайте по контрасту попробую вам еще одну арию спеть. Вернее, это будет монолог монаха из кельи в чудовом монастыре. Еще одно последнее сказание. Окончена моя, окончен труд, завещанный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем меня поставил, когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный и безымянный, засветит он, как я, свою лампу. Потомки православных земли родной, минувшую судьба. На старости я сызнова живу. Минувшее проходит предо мною, волнуется, как море океан. Давно оно неслось, событий полно. Теперь оно спокойно и безмолвно. Однако близок день, лампада догорает. Еще одно спасибо.